Мы хотим поехать в летний лагерь оздоровительный. Что нам для этого нужно? В прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой летние каникулы дети провели у себя дома. Но с учетом положительной динамики по заболеваемости COVID-19 летнему отдыху детей в этом году быть. Полина Войнова из Ульяновска этим летом впервые поедет в оздоровительный лагерь. Для заезда в учреждение обязательным условием является медосмотр. Чтобы получить заветное «Вы здоровы, езжайте», от врача-педиатра необходимо исключить контакт с больными или инфицированными людьми, пройти обследование, сдать анализы и представить необходимые справки. До этого в лагерь я никогда не ездила. Поеду я в лагерь имени Матросова. Думаю, там будет очень весело. Буду знакомиться с новыми ребятами, буду заниматься чем-нибудь. Родителям ребенка в первую очередь необходимо будет оформить справку по форме 079У. Она выдается участковым педиатрам и медицинским работникам образовательного учреждения. Записаться на прием можно уже сейчас через регистратуру или портал госуслуг. Срок действия справки – 3 месяца. Также необходимо предоставить сведения о прививках. За 3 дня до отъезда родителю нужно будет взять справку об эпидокружении в поликлинике по адресу проживания ребенка. Обязательно обследование ребенка на энтробиоз, так называемый соскоб на яйца остриц, для того, чтобы не было заноса паразитозов в оздоровительное учреждение. И также необходим тщательный осмотр ребенка на предмет отсутствия кожных инфекционных заболеваний и педикулеза. После тщательного осмотра, если ребенок окажется полностью здоровым, он будет оформлен в лагерь. В этом году учреждения должны быть заполнены на 75%. Обязательно наличие антисептиков и дозаторов. Санобработка помещений будет проходить по графику ежедневно несколько раз в сутки. Если во время пребывания в лагере отдыхающего методом ПЦР будет обнаружен положительный тест на ковид, то все дети в оздоровительном учреждении окажутся под обязательным наблюдением. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Ул Правда ТВ.